Господи, хвала тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение за веки веков. Аминь. Я еще раз скажу, что сегодня допустил ошибку. В интернете утром зашел, не посмотрел, на какое число. Сергей приехал в аэропорт, никого нету. Второй самолет дождался, никого нету. У меня там в интернете неладно все это. В моем мире, вот сколько присылает, за последнюю неделю, наверное, ни одного сообщения не прочитал. Оно вот так вот скачет и все. Я дерну вниз бегунком, там тоже улетает вверх. Что за система, не знаю. Ну, я вижу, что и прилетает, и все. Он завтра прилетает. Из Канады на мальчика везет. И кто бы его взял? Сергей его должен встретить, сюда привезти. Встаньте прямо. Солнце светит. Ну вот это, куда вот, вот сдвинься туда подальше. Туда дальше сдвинься, вот так, чтобы стоять можно было. Солнышко, уйдите. Ну уйдите, чтобы солнышко в глаза не светило. Я вам немножко расскажу. Слушайте внимательно. Виталий, запоминай, что я говорю, потом попытайся пересказать. У тебя будет движение вперед. У одного шаха, там, князя в южных странах, был визирь, ну, военачальник большой. И он понимал крик птиц и зверей. Ну, понимал так, может быть, условно, где злиться, не злиться. Но однажды он выехал ночью, а опустелые города уже, все это, репрессии везде, гулаг. Страна разваливается, стоять спокойно. Крутиться нельзя, когда старший говорит, стой, остановись. И в это время, угу, угу. Он говорит, а это какая птица такая? Говорит, филин. Филин. А где он живет? А он живет только на развалинах. На развалинах живет. Он не живет, где другие птицы, а вот где дома брошенные. А что он кричит? А он говорит, всем филинам говорит, вы помолитесь за нашего хозяина, шаха, на территории которого находимся. Он всю страну уже погубил. И сколько домов пустых есть. Какой он хороший, какое нам приготовил жилье. Молодец, что многих убил-то. Ему говорят, так больно и стыдно стало, и репрессии прекратились. Ты понял? Ты смысл притчи понял? Виталий, ничего не понял. Да я знаю, что не понял. Никита, перескажи притчу. У восточного шаха был визирь был, который понимал язык птиц. И в стране были репрессии большие, и они ночью ехали там где-то там в поле, скажем, и филина услышали, как филин кричит. И узнал, что филин говорит-то. Помолите за нашего, говорит, шаха, за то, что такое нам устроил репрессии, такое все, развалено, все было. Как он рассказал правильно? Галя, правильно рассказал? Вроде бы, да. Ну, смысл понятен. Примерно, да. То есть он через крик птицы коснулся сердца этого тирана Сталина, чтобы остановить репрессии. Мудро? Конечно. Так, перескажи, Виталий. В одной южной стране, восточной, был шах. Погромче. Был шах, у него был визирь, который понимал языки птиц и зверей. Говорили, что понимал. Говорили, что понимал. Вот. И однажды он очутился в городе. Не в городе, они просто, он каждый раз брал на прогулку, ночью вышел. Ночью вышел и среди, ну, вглубь своей страны увидел развалины, пустые дома, а в них филины укали. У-у-у. Вот, и он уловил то, что филин говорит, а филин говорил, что помолись за нашего правителя страны нашей, что он... Так много людей погубил и так много жилищ освободил для нас. Нам хорошо теперь. Понятно? Мудрость какая. Слушайте дальше. Этому самому рассказчику я сегодня говорю. Ты меняй меню. Вот у нас много белка в пост. Это местная рыба гальян.
Я голову отрезал кошкам, собакам, они с удовольствием. А я не ел никогда. Малосольная, но просто деликатесная пища. Не надо кости выбирать, никак он не двигается. Ну, все-таки я его убедил, сегодня он съел. Одного съел? Двух. Двух, трех не осилил. Ну и я его спрашиваю, как? Вот как, он молчит как. А дальше, слушайте, вот только какое-то событие, у меня сразу наплывает то, что я читал раньше. А я читал, журнал есть такой «Вокруг света». Это очень популярный журнал был. И вот пишут, в Америке там в одном месте было, стоял немного на отшибе, как усадьба, дом был. И утром в полицию звонят, тут преступление произошло. Полиция приехала, когда двухэтажный домик, и внизу живет один человек. Он работает каким-то бухгалтером, там счетоводом, что-то такое, связанное с бухгалтерией. Один. И к нему приехал товарищ. Товарищ давно не знакомый. И товарищ на верхнем этаже, а он на нижнем. И товарищ этот весь изрубленный топором, он лапша просто из него. Живого места нету. Ну, кто это сделал-то? Окно открытое. В окно кто-то залез. Он говорит, я спал, ничего не знаю, крика не слышал. Утром встал, зашел и сразу позвонил. Он и позвонил. На работе расспрашивают, какой он, давно ли они знакомы, ну все. А это был один из его таких, который близкий. А сам-то он ни с кем дружбы не водил. Ну, дело расследование, один следователь, то никто не может расследовать. И это дело закрыто, называется висяк, то есть зависло, никак. И вот поступил молодой, перспективный юрист работать. Сейчас придумали троечники, более успешные в жизни. Троечники. Представь, вот, троечник, золотоискатель, он ничего не найдет. Он должен все знать. То есть пятерочники, которые ничего не знают. Я вчера рассказывал про, у меня тут один, были Илюша и Роман старобрядческий. И он давил за горло одного. Я сейчас не знаю кого, а мне сестра и говорит, так уже ребятишки-то выросли. Рома-то этот, который у вас был-то, закончил золотой медалью школу. Золотой медалью. Это уже что-то значит. А он не успешен, он успешен. Он здесь был уже. Я ему дал что-то написать. Он по-старобрядчески каждую букву вырисовывает. Ну, кто его видел, у него даже на снимках где-то есть. Понятно? Не троечники, а именно берут где-то в университеты без экзаменов, которые золотой медалью кончили. Ну, и понятно так. И вот я к чему говорю, что научиться в жизни улавливать главное. Вот прислали такого юриста, у него все на отлично, как у нас Севастьян, с красным дипломом. Его сразу взяли в краевую прокуратуру, следователь по особо важным поручениям. Ну, конкретно я рассказываю, это член нашей общины. Ну вот его в армию призывают. В армию он подает документы, никаких в армию его загребли. Узнал прокурор края Пороскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Он приложил все силы, вырвал его из этих рядов, и вернул назад. У нас военная организация. Он служит здесь. Доказал им. И он в армии не служил. Но он имеет право носить погонщики. В нашей общине 4 человека могут только носить погонщики. Остальные срезать. Это врачи, которые имеют воинское звание. Вот Виктор Андреевич, он майор. А эту пустоту не надо носить. Так вот, этого человека молодого сказали, вы не попробуйте это дело посмотреть. Он просчитал, данных никаких нету. А где он работает? Все, там работает, там. Хорошо, я берусь за это дело. Так, командировка мне нужна. И на сколько? Ну, месяца на 4. Командировка на 4 месяца. А что вы будете делать? Я устроюсь бухгалтером в эту контору. Никто до этого не додумался. Устроился бухгалтером и к нему присматривается все время. А тот уткнется, но ни с кем не знается, друзей у него нету. И однажды тот, который в доме которого убили, промах какой-то сделал. Ну и начальник начал говорить, а этот юрист, который в виде бухгалтера-то, он говорит, а этот Владислав того не виноват. Это его подставили, говорит так вот. Он отличный работник, и он сразу его к себе расположил. Проходит еще какое-то время, и он говорит, ты не хотел бы у меня побыть, у меня дом такой хороший. Ну, почему не поверить? У хорошего человека многому можно научиться. Я благодарен вам, считаю за честь, что вы на меня обратили внимание. Тот весь расплылся в улыбке. И вот вечером он готовит, ушел, говорит, подождите, я такой вам подарок сделаю.
пунш называется, там вино смешивает с какими-то коньяками, что-то варит он, и он принес. Принес и говорит, отведай. И он подносит запах, чувствует запах неприятный такой, но он виду не дал. Улыбнулся, он говорит, вы только отхлебните. Я, говорит, подношу к кустам, а на него смотрю, гляжу, он весь замер. Я, говорит, отхлебнул, готов второй, поставил. Нет, не могу. Вы разрешите мне до утра оставить, продлить это удовольствие? И он весь сразу тот расслабил. Хотел бы посмотреть на того, кто с этим не согласится. В этом было все. То есть он ему сдал этот пунш, тот не согласился, и он ночью его уничтожил. Я про тебя говорю. Попробуй, кто только не согласился бы. Я про себя это говорю. Понял? Извлеки из этого, это рассказ. Что гальяны хорошие. Нравится, не нравится. Сколько у нас людей было, да что тут дисциплина какая-то. Людей замордовали, то другое. Меня это не касается. Я вижу изменения. Дети видят на глазах. Вот сегодня сидели они там на жердочке ковыряли. Завтра они не будут курдыкаться. Уже вторая жердочка, они как на скамейке будут сидеть. Я увидел, вам это нравится сидеть, пожалуйста. Уже сделали все. А хорошо, хорошо. А я попробовал бы я посмотреть на того, кто со мной не согласится. И вот это вот мы стали везде говорить. Не согласиться, это твое дело. Не надо настаивать на этом, если это никого никак не касается. Итак, по коням. Спаси Христос. По коням, по коням, по коням. Уходим. Нет, нельзя. Там опасно. Можно переобуться? Кстати, дядя Володь, 7 минут пошло. Конечно же пошло. Мы долго стояли, значит, 7 минут.